После смерти Леонида Куравлева наверняка многих интересует вопрос, кому Леонид Куравлев завещал все имущество и сбережения. Ясно, что вся страна скорбит по Леониду Куравлеву, которого не стало в возрасте 85 лет. Сегодня также стало известно, что актер составил завещание. Публику интересует, как же он распорядился своим имуществом. Последние годы Леонид Куравлев жил с дочкой в саунд-центре Москвы. Апартаменты народному артисту выдали за его заслуги. Хоть и у наследницы актера имеется свое жилье в этом доме, она пребывает и сейчас. Это пятикомнатная квартира на четвертом этаже в доме на набережной. Из окна актер видел Москву-реку и храм Христа Спасителя. По информации в сети, такая же жилплощадь оценивается 82 миллиона рублей. Кроме того, у Куравлева была и дача, которая находилась в Подмосковье. Ее стоимость составляет примерно 10 миллионов рублей. Помимо этого, артист скопил сбережения, их сумма неизвестна широкой общественности. Так, все имущество в сумме около 100 миллионов. По велению артиста поделят между собой его сын и дочь в равной степени. Напомним, публику и коллег артиста не устраивало то, что последние дни Леонид Вячеславович проводил в пансионате для пожилых. Так, по мнению людей, его дети Василий и Екатерина сдали мужчину туда лишь для того, чтобы не заботиться о нем. Поэтому сейчас некоторые поклонники считают, что наследники недостойны принять дар от покойного отца. Но дети артиста, вероятно, пытались ему помочь и тщательно выбирали учреждение с профессиональными реабилитологами, в котором их отцу помогли бы справиться с депрессией и тоской, возникшей из-за смерти жены.